Здравствуйте, дорогие организаторы и участники конкурса «И звезды становятся ближе». Меня зовут Степан Цыплаков, старший лейтенант учебно-авиационной базы 2-го разряда, поселок Шагол, относящийся к филиалу ВУМС ВВСВА города Челябинск. В этом году, после трехлетнего перерыва, я рад, что мне предоставилась возможность принять участие в замечательном конкурсе «И звезды становятся ближе». Мне хотелось бы своим выступлением поддержать наших ребят, которые сейчас на передовой, защищают интересы нашей Родины, защищают рубежи нашей Родины. И мне от всей души хочется сказать: ребята, мы с вами.